Ну, вот только начинают игру команды ГЗ против команды Квам, вернее, уже начали, поэтому к ним в матч я врываюсь, он у меня, в общем-то, по плану, и мы на него посмотрим. За Легион играет команда Квам, и это карбюратор ДСБ, Зеркни Леди и Абузмам, и их пик на текущий момент это Фелия Арахна, Бабл Сторчер и Мараксус. Хеллборн, команда ГЗ, Мод Феникс, Рай, Ли Эркин и Кьюди Рейнджер, и их пик это Фараон. Противорахны тут терпит Инженер, Ралли, Темпест и Рэтчет Хаг, на который Кьюди Рейнджер пытается гонять Баблса. У ребят 4-я минута, пока без фрагов, и именно за их игрой мы с вами и посмотрим. Мидлайн, Ралли и Инженер против Мараксус Торт. Очень неприятная линия, что с одной, что с другой стороны. Пока, правда, без фрагов все обходятся. Офелия тоже, похоже, без выхода из лесу. В своем лесу она фармит, и, наверное, только Фараона была бы попытка у них убить. Фараон третий против 6-й Арахны, конечно, нелегко ему здесь. Ой, на 6 хп выживает Баблс против Рэтчет Хаги, который просто не вкачен первый скилл. Наверное, с ним Баблс бы погиб, это был бы Бладласт, но это пока не так. Что же мы видим? 22 крипа у Мараксуса на мидлайне, 15 у... Хорошая реакция от Фараона. 15 у Ралли. Фараона ультанула Арахной, Фараон убежал на ТПшке. До сих пор, кстати, не качает Hellfire, третий левел, хотя на третьем левеле, в общем-то, это допустимо. Пустил ракетку на мидлайн, так просто, чтобы потратить манку и немного по хиру дамажить. Десбаса на гаустмарчерах, наверное, пора уже и забирать. Команде нужен ганг на нижнюю линию. Но никто никуда не выходит, и пока спокойствие, только спокойствие. 5,5 минут фарма. Ралли попробовал въехать. Энджик продолжит замедление. Кто-то на ДД, кто же на ДД? Торт на ДД? Нет. Ралли на ДД. Ой, попахивает Бладластом для команды Хеллборна, так и есть. И Рай делает его на инженере для команды Хеллборна. Команда ГЗ выигрывает с счетом 1-0. И, в общем-то, сравнивает только лишь голду и экспу по сравнению против команды Квам. Торт пытался сопротивляться, но это к фрагу не привело. Хорошая ДД на ралли позволила команде совершить убийство. Въезд по торту, будет фраг. Второй фраг для команды Хеллборна. И Ли теперь делает его на торте. Прилет Мараксуса никак на это не повлияет. А еще и руна достанется команде Хеллборна. Попытка выйти по Бабу сейчас будет у Темпеста. И, наверное, не зажмет он тут. Ой, Бабу зачем потерял? Потерял Шелсорф. О, да, это будет фраг. И фраг для Кьюди Рейнджера. Рэтчет Хаг делает фраг на Бабусе. И это уже 3-0 в пользу команды Хеллборна. Мараксус, дефенсив стан. И еле-еле убегает. У него полная банка, Абузма, конечно, нахиляется. Но как-то пока что Хеллборн немного взял вверх. Опять въезд по Бабус, у него опять нет шелсерфа, но продолжать не хватает маны. Карах не вышла Офелия, это контрпуш. Ох, Хаг глубоко задавил, темп залил, видать, манки или где-то Хага его насобирал. И это опять фраг на Баблсе. Низ, первый тауэр пронесли команды Легиона. И Т1 и у них скончался. Сейчас Хеллборн ответит Т1 тауэром на верхней линии. На миде оставлен в соло ралли. Энджик уходил помогать Фараону, но не сильно это пока сказалось. Что там у Арахны? У Арахны крипов, конечно, вагон, 41 крип. И она лидер, по крип-контролю. Но особо не пестрит ее фарм ничем. Этот пока только гоустмарчер и 1000 денег сверху. Ралли пятый. Взял хасту внизу. Офелия взяла ульту. Въездными по мидлайнерам уже не будет таким легким. Ралли шестой. Приход от Хаги с ультой.
Здесь может быть тимфайтик сейчас 3 на 2,5. Только Офелия ульта, наверное, в этом все поучаствует. Подставится ли Мараксус? Он тоже взял 6 левел, его убить будет не так легко, хотелось бы зацепить и Мараксуса, и Торта. Хак пошел убивать своего Баблса. Привет, Баблс, как дела вообще? Да, это... Ох, ульта от Офелии пока не сильно поможет, наверное, Баблсу. Баблс, скорее всего, все равно погибнет, хотя 200 маны... Нет, хватило, хватило, чтобы засейвить, плюс 200 хп, это не слабо. Внизу тем временем мод Феникс вместе с Ралли забрали Дезбаса, это первая смерть для Арахны. Хеллборн ведет счетом 5-0, очень неплохо, у них все получилось, половина по въезд по инженеру тоже не получится. Офелия вышла с Тартом и Мараксусом. Попробовать убить несчастного Энджика и заодно запушить Т1. Хак без ульты, но зато с ультой Темпест. Темпест домой регенится и присоединится к команде, наверное. Ралик пока без ма, без руны, вверху дабл дэмэдж. Мараксус по свою знайбанка не получил дабл дэмэдж себе в карман. В банку, вернее. Выходит на Ring of Sorcery Офелия, который уже имеет арморные ботинки и хороший, соответственно, пуш-потенциал. Баблс будет съезжать на мидлайн, въезд по Ралли. Ралли будет пытаться задефаться, но никак это не поможет. Ульта инженера зацепила всех, но заберут только опять без маны. Фараон юзнул батарейку и хватит на мумии у него теперь. Но сможет ли он их юзнуть? Пока выживает отличный ульту, когда Темпес по двоим, минус торт, и это точно. А вот что делать с Мараксусом? У Мараксуса уже тоже нет ульты, и это тоже фраг. Хорошо засейвили сейчас Фараона, но Ралли, к сожалению, погиб. Хотя получилось так, что заинициировал очень неплохой тимфайт. Гоняют Офелию, но будет ли фраг? Нет, наверное, не будет. Но зато будет, наверное, Мидл Тауэр. Темпес, какую ульту пешеходную он вкатал, конечно, редкие случаи бывают. Но бывают. Восемь один, счет для команды Квам открыт на Ралли, но отличный камбэк, можно сказать, я не знаю, продолжение доминации от команды Хеллборна. Тауэр они все-таки смогут забрать. Мараксус, Баблс и Торт приходят на мид, но все замедленные под пушечкой инженера не могут никого догнать. Мараксус уже на стимбутсах, но до портал Кея там еще далеко-далеко. К тимфайтам не присоединяется Арахна вообще, хотя команде она реально нужна. Ралли ждет опасность на мидлайне. Хочет он, наверное, здесь крипов посмотреть или как-то поучаствовать. Но 10-й темпос, 9-й хаг, 8-й фараон и 2 7-х левела у Хеллборна. Только 9-й левел у Арахны, дальше 7-й и 6-й у Легиона. Это преимущество в 4600 экспы и 4800 голды немножечко уже заметно на происходящих событиях. У Ралли могут быть проблемы. Здесь Арахна, Энджик не уйдет. Даже ТПшка его тут уже никак не спасет. Ралли должен уходить. Он Ралли сейвит, юзает скилл, чтобы засейвить инженера, но это все равно бы никак ему жизнь не спасло. Разве что, если бы он попробовал УТПшиться, и тогда его оттолкнул Ралли. Кстати, это не сбивает, насколько я помню, своим ТПшку. Хотя могу ошибаться. Но мог бы быть шанс, мог бы быть. Ралли въезжает в Арахне. Арахна уже с энерджайзером. Ралли промахивается в связи с этим первым скиллом. Ульт от Офелии. По Ралли могут попробовать продолжить. В Рачит Хагу не дали ультануть, но дадут! Ульта по троим как минимум. Ралли с регеном, но он отсюда уже никак не убежит. Забирают Арахну. Продолжит по Мараксусу, у которого уже нет ульты. Не будет маны на стан. Не будет маны на стан. Фараон промахивается мумиями, к сожалению. У Хаги проблемы, но не критичные. Нет, критичные. Все-таки Абузма забирает фраг. Неплохо сыграла Офелия. Это был стан, наверное, от Минотавра, что не смогу блинкаться в Рачит Хаг. 4-10. Немножко отыгрались команды Легиона.
Хагна очень далекий Hellflower. Пока только большой батарейкой может смело похвастаться. Но с деньгами, не, конечно, не так сильно. Хотя хорошо он фармит. Лучше, чем вся команда Легиона. 200, по 400 ГПМ на Хаге. По 280 у Арахны и у Мараксуса. 400 ГПМ на Темпости, который в этом тимфайте себя никак не показал. Но у него и не было ульты. Хаг нашел Абузму. Улететь не сможет. Арахна, наверное, сможет ее забить. Хаг пытается убежать. Помощи от команды, наверное, не будет. Еще одна или две тычки от... Нет, еще две. Тут два удара было от Арахноида. И все-таки Арахна забила в ответ. Кьюдеренджера. Вторая смерть для Хаги. Хотя и фраг на Мараксусе. Мараксус этим самым немножечко отодвинул Portal K. Но после меню с прошлой ситуации по голде 1200 это уже значительно лучше, чем 200 копеек. Энджик на Steam бутсах плотный, но недостаток ТПшек у команды Хеллборна меня немного смущает. Инженер без ТПшки. Хаг, конечно, теперь без ТПшки никуда не пойдет после этой смерти от Арахны. Будет ли встреча с Офелией? Офелия фу, стак крипов. Уже есть Темпест, уже есть Темпест с командой. О, фараон ловит Офелию, отличный стан, хотя и по крипам, но Офелию, походу, очень быстро заберут, она дала ульту заранее, инженера толкнули, инженер ультануть не сможет, но отличный ульту, когда Темпест по четверым, Хага по троим, Хага ультует тоже по троим, продолжение очень неплохое, только Арахна, может быть, уйдет, Мараксус, правда, надамажил тоже крайне не слабо, забрали инженера, по фараону продолжить не смогут, Арахну забрали, остались Мараксус и Баблс, стан отрали очень неплохо, замедление по крипам, чем не полезно. Темпест забрали, хотя ульту накатал он, конечно, очень крутую. Врачит Хаг слабовато себя ощущает сейчас. Фараон будет пытаться засейвить ралли или нет? Не будет. Хага тоже, наверное, никого не заберет. Забрала только крипов и ушла. Ну, такое, 3 на 3, что ли, получился обмен у нас, да. 8-14 ведет Хеллборн. Хаг взял инвиз, но маны ни на что не хватает. С Баблсом драться никакого смысла. А вот Мараксуса с кем-то забрать, может быть, и получилось. Уже есть мана на Сонар. Бежит Энджик, бежит Энджик, бежит Энджик. И вместе с ассистом от Матфеникса хорошая ракетка от Фараона забрал в Рачитхак такие Мараксуса. Пятнадцать восемь в пользу Хеллборна на текущий момент. 4500 золота, 3500 опыта у ребят в кармане преимуществом. Но это не сильно прям таки много. Арахна пока себя показала не лучшим образом. И 900 хп на Арахне тоже не то чтобы самый мощный танк из нее получается. За Арахту забирают в каждом тимфайте. Хотя 2-3-2 уже есть у Десбаса. И в общем-то он немножко присоединился к тимфайтам. Хаг ищет жертву, найдет Офелию сейчас. Был удачный момент для въезда, но у Хеллборна здесь вообще нет никакого вижена. Законтервардила, похоже, Миледи. Вард на полянке, и въехать не получилось. Темпест без ульты.
Хеллборн хочет забирать Таур, а Легион хочет дефать Таур. Въезд по Темпесту, сейв от Ралли, Бабус сможет продолжить ультой по одному Темпесту. Правда, у Темпеста не будет еще Шранкенхеда, а ульта только через 5 секунд. Дали бы Темпесту ее дофармить, было бы неплохо. Темпус от Блинкуса назад, ульта от Инженера уже пошла, пока еще никто не забрали. Хороший сейв от Офелии, уже минус урочит Хак, ультует Темпест, но смогут ли ребята продолжить, пока могут. Офелия сзади пытается нарезать. Ну, уйдет Арахна, а вот остальные у Хеллборна, наверное, не убегут. Офелия продолжит вместе со всеми под Энерджайзером, и Инженера вместе с Ралли, наверное, догонит. Хотя у Ралли есть хоста, он попробует засейвить Энджика. Да, Энджика все-таки засейвили. Дисконнектед у Рэчет Хаги. Причем давно, 12 секунд дисконнекта уже. Наверное, этот тимфайт начался с дисконнектнутым Кьюдерейнджером. Просят не отжимать, и, соответственно, это небольшой перерыв. Кьюдерейнджер возвращается. Готовы, ребята, продолжать. И, конечно, без Рэчет Хаги в тимфайт для Хеллборна получился не очень удачный. Еле-еле ноги унесли Ралли с Инженером, а вот Темпест, Хаг и Фараон погибли. Обмен, правда, конечно, двоих. Но все равно нехорошо. К вам отходят от пуша. Не хотят они пушить это все. Вот этот Т2 почти полный таур. Быстро бежать что-то покупать. Такое, наверное, придумала Арахна. Будет ли это Firebrand сейчас уже?
Энджик на Инвизия, антивордову, Хеллборна у Легиона вообще нет. Энджик на Инвизия сейчас может неплохо синициировать. У Темпеста, правда, еще 50 секунд нет ульты. Хагу еще достаточно далеко до Хеллфлауэра. Опять пауза от Хеллборна. Что-то вроде все не в дисконнекте. Нет, такие коннектед, реконнектед. Что-то, видать, не так. У Рэтчет Хага команды Хеллборна. Let's get it on. Тимфайтов пока, я смотрю, не особо намечается. Вот вроде как 300 копеек Темпес туда до Шанкинхеда осталось. И, соответственно, с Шанкинхедом что-то будет поинтереснее. Руза, Denial Tower на мидлайне. Здесь тем временем въезд по Мараксусу в толпой. Ребята въезжают, пытаются его засейвить. Бабблс. Бабблс ультует, а Мараксусу в его ульте не сильно больно. Но он будет вынужден вернуться, отойти. Ульта триггерится, и минута будет на кулдауне. Темпуста ульт уже есть, а вот Шанкинхеда еще пока нет. Хеллборн подходит пушить вполне успешно. У Мараксуса уже есть портал кей. Но сможет ли он так отменно инициировать без ульты? Наверное, нет. Еще 30 секунд до нее. Таур отдает команда к вам, команде Хеллборна, команде КЗ. Что, кстати, дает Темпусту Шанкинхед? О, есть по Хаге, это очень быстрая смерть. Карбюратор с тремя минотаврами, тут уже сериал киллера, Филия 3-1-6, лишь один раз он погибал, в отличие от всей своей остальной команды. Хотя он, конечно, лесник, причем сравнительно такой пассивный лесник. Хак погибает, не дособирав Хеллфлауэр. Еще одна, еще один арканстаф ему будет нужен. Если даже он сейчас этот купит. Хотя тем временем, Хагу хватает денег на выкуп. Но делать он его не планирует. Два одинаковых варда. Что же фармит ралли? Будет это бульвар, толкалка или что-нибудь такого рода? Yeah.
Мраксус готовит вес по фараону. Фараон не такой мягкий, как врачит Хаг. Все-таки 1600 хп. Самый толстый, в общем-то, в команде. Будет ли Конгар? Вот этот вар не заантиваржен, и заходных Конгора, наверное, он увидит. Увидит. Или нет? Или да? Или нет? Пока никакой реакции от Легиона. Все еще никакой реакции от Легиона. Минотаврик пошел, пошел смотреть, как там, че. Вам мы обнаружили попытку забрать большую обезьяну в исполнении команды ГЗ. И пока ничего дальше не происходит. Баблс, правда, внизу, потратил шел серф. Опять можно попробовать постучать. Да, сильно долго бить Конгора не очень хорошо. У Хаги 700 копеек до Хеллфлауэра в сборе. Теперь с дабл дэмэджем может быть получиться побыстрее. Арахна геометр тем временем. Да, Конгора, похоже, отдадут. Ой, барьер на Офелии. Вот это уже будет интересно. Тимфайт потенциал это повысит команде Легиона. Врачит Хак забрал токен, и у него уже есть деньги на Хеллфлауэр. Есть трипл. Хаги не помешал бы сейчас 16 левел. Фараон будет пытаться танковать. Не из-за Хеллфлауэра почему-то. Кстати, у него всего на 3 на 11 левеле. Мумии на 2. Странно немножечко. Не достался 16 левел Хаги, еще 5,5 минут на токене. И скоро-скоро пойдет команда Хеллборна пытаться что-то запушить. Из вариантов запушить у них есть 2 Т2 Таура или заход на верхнюю линию. Хотя вряд ли, скорее всего, через Таура ребята пойдут. Верхний Т1 еще стоит, и, наверное, Мараксус хочет к нему подобраться. Опять дисконнект у Хаги, что ли?
Ну, эта минутная пауза как раз даст возможность нам всем, кому куда нужно срочно отойти, попить кофеек. Или водички. Ждем, пока вернется ГЗ Ли. Let's get it on! Спасибо, благодарят команда Хеллборна. Ведь у них закончились паузы уже. Не сильно хорошо. Хотят въехать по Мараксусу. Но, наверное, это не получится. Абузма предположил эту угрозу. Никто не умер, ничего не запушили. Пока движение по карте отсутствует. Фараон тоже не спеша. Правда, очень издалека на Hellflower. Хотя здесь, мне кажется, ему даже бы Барби Дармор смотрелся интересней. ГЗ планирует запушить что-то. Ну, конечно, на самом деле остается недолго. Маракс уезжает по двоим. Это инженеры ралли. Ралли успевает засадить инженера. Контрвъезд дальше от фараона по Баблсу. Будет ли ульта от Темпоста? Да, пока только посол Мараксу ходит, попадает уже и Баблс. Это минус Баблс. Смогут ли продолжить по Мараксу? Маракса выхилила. Офелия очень неслабо. Газели забирает, правда, с карбюратора ультимейт Ворьера. Но сам погибает. Заберут и в Рэчет Хагу. Темпост, только Темпост выживет. С Хаги выбили токен. Есть по ней замедление и паучок. Это рахный Хаг может не уйти. Да, не уйдет.
Ultimate Warrior уже на Арахне. Неплохой камбэк от команды Легиона. 16-19 счет. И 6-7 почти 1000 экспы уже за ними. Вам и забирают, кроме хорошего тимфайта, еще и таур на миде. Теперь еще и по денежке тоже начинают побеждать. Токен не сильно хорошо применила команда Хеллборна. Шестнадцать-девятнадцать не критично, но как-то дэмэджа уже не хватает Хеллборну. Отличный оборот делает именно Офелия. Ее ульта и хороший выхил прилично сейчас решает, а с 16-м левелом это будет еще интересней. Проблемы у Ралли могут быть, но Врачскаг уже здесь продолжает по Баблсу. Баблсу все-таки заберут, а вот Мараксус, наверное, не смогут. Хотя у Мараксуса не хватает маны. Баблса убивает Врачскаг. По Мараксусу пытается продолжить Ралли. Будет стан. И есть ульта от Фараона. Достаточно, кстати, меткая. Мараксуса забирает. И это даблкил для команды Хеллборна. 16-21. У ребят чуть-чуть хотя бы по золоту они выехали. И 2000 опыта отыграли с этих двух киллов. Т2 Тауэр. Вот этот теперь под угрозой. У Мараксуса, в принципе, есть выкуп. Темпес без ульты. Второй Т1, третий, последний Т1 тауэр для Хеллборна. Минус Т2, Мараксуса все еще нет, Баблса все еще нет. Заход на хэграунд в принципе не будет таким быстрым, но прикоснуться к тауэру на ХГ команда Хеллборна уже сможет. Мараксус очень скоро, Арахна за Шанкинхедом. Скорее надо отходить. Да, Хеллборн отходит, это более-менее правильное решение. Мараксус сейчас оживет. Бабл с ПК, попыточка кому-то въехать. Но никого не достанет, пока away от Темпеста. Темпест не спеша, очень не спеша приближается к Restoration Stone. У него пока есть только сустейнер, и ему еще копить и копить. Хотя вот уже куплен был Аркан Стаф. Соответственно, остался только рецепт, а это 1850. Как 18 левела, наверное, очень хочет Шанкинхед. Хотя без решения играть без ноустоуна стоило 5 смертей Кьюдеренджеру. Ведь почти, наверное, 4 из них он умирал от ульты Арахны. Офелия уже сама тут машина убийств. Наверное, топ ГПМ команды. Нет, второй после Арахны ГПМ у карбюратора. И у него уже вообще все, что надо. И на пуши, и на деф. И барьер тут, конечно, прилично решает.
Ой, Мараксуса не видно. Хотя Хагдольф на него наткнулся. Мог предположить, что это в инвизии. Но этого предположения не будет. Стоит вард от Ру, но он не антиинвизный. Антивардик, воткнуть сюда антивардик, поймать Мараксуса было бы так круто. Въезд Мараксуса по инженеру, будет ли продолжение? Да, продолжение от Бабуса, сейв от ралли. Ульта от Бабуса, инженеру крайне неприятно, не успевает он поставить свою ульту. Сзади тем временем файт против Торта и Арахны. Отличная ульта, темп став по двоим, минус Торт, минус Арахна. Смогут ли продолжить убивать Мараксуса и всех остальных? Рэчит Хаг умирает, но у него нет и выкупа, в общем-то, тоже. Опять ульта от Афили, ее деф, конечно, сильно зарешали. Замедление от Бабуса, Бабус пытается забрать фараона, фараон будет просто ТП его и делать, и ему это не удается. Мараксус юзает ПК и стан, и это еще один фраг для команды Легиона. 19-23 по счету, ребята все еще проигрывают, но уже хорошо вытаскивают по экспе. Тимфайты проводятся командой Легиона очень неплохо, хотя только что вроде бы, казалось, угроз не должно было быть, ведь Темпес закрутил опаснейшую Рахну вместе с Тортом, но не смогли забрать Мараксуса. Мараксус уже сейчас будет выходить, наверное, на брестплейт. Да, 6 смертей на Хаге совсем нехорошо. Хаг, правда, купил Шантин Хэд, еще не юзал. Но получается, что смерти в каждом тимфайте не очень удобны. Смогут ли теперь со Шранкина провести ребята из Хеллборна хороший тимфайт? А может быть забрать Кангора? Здесь есть что антивардить. Два варда от Миледи. Вот этот, по крайней мере, нужно забрать. Все игроки, все 10 игроков мечтают сейчас о какой-то хорошей засаде, но пока никто никого особо не ганкает тимфайтами, лишь где проводятся замесы, хотя только что без ульты инженера дела пошли не очень, инициировала команда Легиона очень хорошо, и если бы не очень хорошо ульта Темпеста, то, наверное, это бы тимфайт был бы в ноль, вообще никто бы не выжил. Ралли купил себе Айсбрэнд только что. Три скелетон Кинга. Влетает фараон, въехав скелетона. Бабус продолжает неплохой ультой. Врачи как опять не успеет юзнуть, походу даже Шанкин Хэд. Нет, успевает, будет ли продолжаться драка. Инженер выбежал свои ульты вполне удачно. У Хаги не особо получается продолжать. Мараксус под Хеллфлауэром не смог юзнуть второй скилл, но Мут Феникса забрали. Смогут ли разбираться все остальные, непонятно. Темпест, что он делает, отдается. Темпест еще и Шанкин Хэд потратил. Гонится за Энджиком. Ралли его сейвит. Арахна не ультовала еще. Ралли хорошо, очень хорошо. Выкуп от Хаги. Нет, ожила уже Хага. А, она убежала даже, походу, не убили ее, да? Да, не убили, она успела перегениться. Энджику некого сейвить, Ралли не себя толкнул. Смогут ли ребята продолжить? Спайдер по Врачит Хаге. Врачит Хаге остается 30 хп. Сзади въехали, все-таки забрали Ралли. Минус 4, выжил только Врачит Хаг. Команда Легиона может теперь дозапушить даже, наверное, хайграунд. Нет, на ХГ ребята не пойдут, но очень хорошо. И сравняли счеты, выигрывает и голду, и экспу. Кангор, и он им достанется. Кангор у Легиона, токен, конечно, у Рахны. Рахна вышла уже и на Аджор, на подходе к Висперингхелму уже Дезбас, и у него все очень неплохо с фармом, хотя, конечно, и не фонтанирует он, никаких не 500, но 390 есть. А Рахну зафокусить будет достаточно легко даже с токеном, но команда-то будет сопротивляться.
Хеллборну сейчас влюбиться в Легион вообще никакого смысла. 5 минут еще токена на Арахне, 2 ее жизни, это, конечно, неприятно. Хоть хак и 20 левела, но тимфайт на тимфайт выходит не сильно удачно. Есть ресторейшн на темпости, небольшой шанс еще хорошего тимфайта у Хеллборна. Будет стычка за верхний Т2. Мэнджик 2 антиварда, на них сейчас видно было Мараксуса. Очень осторожно Хеллборну сейчас нужно дефаться. Две арахны, это будет сильно неприятно. Мараксус попыточка въехать, есть ульта. И Мараксус продолжает станом, правда, по одному ралли. Засейвить его получается фараону, который ультует бабуса. Сзади Мараксус дерется только с ультой инженера. Неплохой вариант подраться с другой стороны. Врачитхак забирает арахну, арахна оживает из токена. Сейчас будет продолжать темпы, скрутит одну Офелию. Одного торта, и Офелию уже тоже. Рахнул второй ультой, крутил, но недолго прожил. У Хеллборн потерял уже ралли, продолжит ли, потерял уже Темпеста, потерял уже и ралли. У Легиона пока не убили никого, и это походу консит. Да, это консиль и победа в первой игре команды Квам. С чем мы их и поздравляем. Молодцы, ребята, отличные тимфайты нам показали. И будем надеяться на не менее интересную вторую игру этих же команд буквально через пару минут.